Шановні пані та панове, перш за все просимо пробачення за те, що трошки затримка у нас з початком. Зібрати всіх учасників навколосвітнього велотуру не так-то просто, але ми вже майже досягли успіху. І буквально декілька слів такому на початку нашої прес-конференції. Я не знаю, чи хтось з нас, крім учасників велотуру, був тут в цій залі 4 роки тому назад. Коли після першого року такого проби велотуру в Україні, в 2011 році цей велотур став навколосвітнім. Я пам'ятаю, що 4 роки тому назад ми точно так же сиділи за цим столом і після прес-конференції стартували з Європейської площі. І тоді багато ще було чого невідомо. Тоді було невідомо, наскільки далеко заїде ця група ентузіастів. Зараз ми вже знаємо, що заїхали вони не мало, не багато до побережжя Тихого океану. Тоді ще було невідомо, що... Тоді ще було невідомо, що через кілька років в нас, в Україні, почнеться війна, яка вплине багато на чого. В тому числі вплине і на програму велотуру. Через то прийшлося взяти цілий, ну практично 2 роки получилася пауза. І тому сьогодні, я думаю, для нас надзвичайно приємно і радісно, що ми знову в цій залі. Не для того, щоб об'явити, що велотур закінчився, чи вже, на жаль, ми його не можемо робити, а навпаки сказати, що незважаючи на те, що ще багато труднощів залишилося, велотур продовжується. І буквально сьогодні, зразу після цієї прес-конференції, група під керівництвом Геннадія Мохненка вирушить напрямком на Житомир, далі на захід. І ну, про деталі цього велотуру ми розкажемо трошки пізніше, куди сам він направляється. А так, дуже дякуємо всім за увагу, дякуємо за те, що ви прийшли. І по плану, я так розумію, в нас є відео, так? Ми можемо зараз показати відео, Світлана? Будь ласка, увага на екран. Мене попали батьки в цій сфері. Мені було 2,5 роки. Я попав ветеранським. Я пам'ятаю, що я не правильно. Мене від батьків забрали. Точно не пам'ятаю, що з 5 років. А з 7 років мене перевели в інтернат. Я там 10 років відучився. Це було класно. Сьомий. Як виходили, мені брина перебив на спині. Глаз розбив, ось і протекло. За те, що я не прибирав в класі, я пішов на роботу, заробляти гроші. За територію без спросу, якщо вийти, можна було б вивчити. Вчителька там, я сказав, щотка там ще розбила. Я втік, тинявся по під'їзду, бомжував, їсти просив ходити. А потім після того відправили на психушку. Якби я втік студував, мене відвезли б сміло лічебницю до больних. І мене би залікували до такого, що я тебе на людину не випадаю. Мальчик розказав, що чого ви не дивитесь одного, набили, обіжали. Він пожалівся, а мальчик до нього заступив і каже, то що це ви не робите нічого? Вона, ах, ти до мене так, і каже, що, хоті вчителі всю привезли вже мальчик, не той, який був. Такий закорений, замучений. Де дівчина була, це старший клас, з 5 по 10. Чи ні, так, старші. Били, що. І всі гроші нас заставляли старші діти писати інтереси, випадку, вся круче. Було таке, що за цієї печінки не позбивали. Вихователь так, в мене був вихователь, пішов в кочегарку забухати і все. Йому розбирати. А ми собі, що хочемо, то його в школі верхи знімати. Коли він заводив Павло Васильович, то він мене вкрав у підорку і заставляв знімати труси. І було таке, що я не хотіла знімати труси, а він вона на мені вішав. У нас був хлопець з нетрадиційної орієнтації. І то
Він мене в ліцействі ізносили. Друге тоді боляться було, і я так нікому не сказав. Я зараз, коли закінчиться відео, я зразу перехід на тебе роблю тоді, і ти тоді вже... Це попав в горцю стаю, в рейхологу. Це інтернет. Ми хочемо на себе кинути. Я назад десь на політику, як зараз. Визнуй головою, відпиляючи собі, нічого. Плану до перебування тут. У мене така була мечта, я хотів. Хоч сама мудрості, я була. Сама мудрості, я вилучила мені, чим в тому гадючні буде так. Як ми бачимо, велотур – це не просто ідея спортивна, не просто група ентузіастів, яка хоче відкрити для себе нові горизонти чи нові країни. Він робиться з конкретною метою для того, щоб кожна дитина вона мала можливість виховуватися в люблячій сім'ї. І робиться не просто людьми, які співпереживають цьому, хочуть, щоб це відбулося, а робляться в тому числі дітьми, підлітками, молодими людьми, які безпосередньо пережили це в своєму житті. Я хочу зразу поправити прес-реліз, якщо можливо. Да, це, напевно, не робляться так часто на прес-конференції. Але написано в прес-релізі «Українські сироти їдуть в Європу». Це не зовсім, чи вірніше зовсім не точно, це українські діти, можна додати колишні сироти, які зараз вже виховуються в сім'ях усиновителів, прийомних батьків. І продовжуючи зараз цю тему, теми становища дітей в Україні, і потім поговоримо трошки по світу, що треба зробити, щоб їхнє життя змінилося на краще. Зараз слово уповноваженому президента з захисту прав дітей, пану Миколу Кулібі. Будь ласка. Да, дякую дуже. І я, знаєте, щойно повернувся з Верховної Ради, де на комітеті Верховної Ради розглядалось питання про запровадження наставництва. Я думаю, що воно як розбіглося так, да? Ніхто не планував, але сьогодні президент вніс в Верховну Раду законопроект, а і сьогодні комітет розглядав це питання, щоб у кожної дитини-сироти був свій наставник в інтернатному закладі. Але стосовно цього заходу, наскільки це важливо, і, до речі, я всім депутатам, які були присутні, повідомив і запросив приєднатися до велопробігу, якщо вони зможуть, тому що, ну, я думаю, на протязі там 15 тисяч кілометрів, можливо, хтось і буде в якійсь країні, і це було б дуже цікаво. Стосовно взагалі системи інтернатних закладів, оскільки я за розпорядженням президента вже більше як півроку є головою робочої групи по реформуванню інтернатних закладів, можу сказати одне. За нашим моніторингом в Україні більше 700 інтернатних закладів, більше 100 тисяч дітей, які сьогодні перебувають в інтернатних закладах. Насправді те, що ви бачите, той жах, який відбувається в житті дітей, це правда. Це наслідок радянської системи. Сьогодні ми говоримо про декомунізацію і радіємо від того, що десь пам'ятник Леніну десь знято або вулицю перейменовано. Але кожен з цих закладів, зі 774 закладів, є пам'ятником особливо Леніну і його системі, комуністичній системі. Це система безжалісна, вона карає сьогодні дітей. Це система, за яку ми з вами платимо гроші, наші податки, тому що коштує вона державі більше 6 мільярдів гривень. І це система, яка опирається, тому що я їжджу по інтернатним закладам з перевірками і перевіряю, і буквально недавно перевіряв Ладижинський, Ніжинський інтернатні заклади для дітей важкохворих, де не тільки діти-сироти, а й особи з числа дітей-сиріт, а також і батьківські діти, важкохворі діти, які... Ну, на жаль, не мають достатнього догляду в цій системі, тому що вона не є системою для того, щоб можна було жити, розвиватися. А це система, в якій можна просто швидко дожити до кінця. От і все. Тому не буває гарних інтернатів. Якщо у вас ще є цей міф, що якийсь інтернат може бути гарним,
Це неправда. І ті директори інтернатів, які самі вже досить довгий час працюють в цій системі, вони кажуть, добрих інтернатів немає. Тому що система так побудована, що вона все одно буде руйнувати психіку дитини, травмувати, буде травмувати розвиток, тобто фізичний розвиток дитини, дитина отримує травмування. Досить часто діти, які закінчили, виглядають молодшими за свій вік. Насильство дуже багато там. Зараз займаюся розслідуванням випадку сексуального насильства до дітей в одному із інтернатних закладів. Ви скоро почуєте про це. Там, де кримінальна справа 2 роки назад була закрита, знову поновили цю кримінальну справу. І діти на минулому тижні свідчили в суді стосовно сексуальних домагань, розбещення і так далі. Тому сьогодні особливо важливо має значення саме цей велопробіг, який покаже не тільки українському суспільству, а який покаже взагалі і суспільствам в інших країнах, які мають ті ж самі проблеми, діти в інтернатних закладах, про те, що дитини, для дитини природнім є проживання в сім'ї, для її розвитку, для її благополуччя, для її безпеки. Тільки сім'я може допомогти дитині зростати в любові, гідно зростати, в задоволенні всіх своїх і фізіологічних, в тому числі, потреб. Жоден інтернат цього не забезпечить. Дуже вам дякую. Ну і ще раз хочу подякувати організаторам. От, Альянс Україна без сиріт, Геннадій Махнєнко, який є таким моторчиком в цьому русі. Тому Альянс Світ без сиріт також. Я думаю, що ця спільна справа, яка є сьогодні, а особливо ті діти, які сьогодні разом з дорослими дають сенс цій справі, вона якраз і прискорить рух в Україні щодо реформування системи інтернатних закладів і влаштування усіх дітей до сімей. Дякую. Дякую, Микола. І я думаю, що важливо буде почути безпосередньо від людини, яка побувала, що це не просто виглядало так, ніби дорослі дяді говорять між собою про проблему, а є позиція і точка зору тих, хто був там. Тому, будь ласка, слово пану Володимиру Чернову, який, маючи такий досвід, він зараз прикладає багато зусиль для того, щоб якомога більше в Україні було дітей саме в люблячих і турботливих сім'ях. Володя, будь ласка. Спасибо. Добрий день. Я выпускник интерната, и мои 11 лет они прошли на улице, в интернате. Хочу сказать, что интернат — это плохо, и я согласен с Николаем Николаевичем, то, что он сейчас перечислял. Мне там было плохо, действительно. И я попал в интернат, потому что они поддержали мою маму. И когда мама пьет, отец пьет и бьют, то не нужно отворачиваться от таких проблем. Нужно вникать, нужно помогать и нужно поддерживать семьи, чтобы дети не попадали в семьи, не попадали в интернаты, перепрошу. Что касается детей в интернатах, то я вам скажу, что дети, они изолированы в интернаты, они не получают тех качеств, тех семейных чувств, любви, доброты и тепла, которые получали бы в семье. Хочу сказать, что когда я выпускался, то я боялся выпуститься из интерната, потому что я не знал, куда я пойду, я не знал, где я буду работать и где я буду жить. Поэтому сейчас очень много выпускников интернатов, они боятся выпуститься, потому что у них этого нету. И нужно придумать какие-то программы для выпускников, чтобы их поддерживать, потому что они заканчивают, они выпускаются, они начинают воровать, они начинают торговать собой, они воруют и попадают в тюрьмы, и непонятно, что дальше с ними происходит. Поэтому я предлагаю, чтобы сделать какие-то программы для выпускников. Интернат — это плохо, и я хочу, чтобы каждый ребенок, он рос в семье. Семья — это намного лучше и эффективнее, чем жить в интернате, непонятно, какие, что там происходит и какие идут вклады в семью, в ребенка и в сердце. Поэтому я за то, чтобы ребенок жил в семье, и им нужны наставники. Спасибо. Дякую, Володя. Ви знаєте, я хотів підкреслити одну тезу, яку сказав Володимир, про те, що не підтримали його маму. Тому що ми часто, коли думаємо, ми чуємо про сиріт, ми думаємо, ну це діти, які втратили, батьки померли і так далі. Безумовно, це також є. Але переважна більшість, я скажу, не тільки в Україні, а взагалі по світу. Зараз в цьому русі «Світ без сиріт» ми маємо нагоду спостерігати за ситуацією в більше 3 десятках країн.
переважна більшість дітей, які потребують такої допомоги, це ті діти, чию сім'ю вчасно не підтримали, або не було зроблено певних кроків, щоб зберегти сім'ю для дитини. І безумовно, да, велика кількість також дітей, які, яким потрібно знайти нову сім'ю. Тому зараз ми трошки подивимося, що в Україні взагалі робиться з позиції того, щоб весь спектр охопити від підтримки сім'ї до допомоги, як сказав Володимир, випускникам інтернатів. Тому, будь ласка, ще пан Микола і пан Олег Шалашський, після нього з керівника Альянсу Україна без сиріт. Буквально там півхвилинки. Оскільки вже зачепили тему неблагополуччя, неблагополучних сімей, досить часто інтернати, захищаючи себе, і люди, виправдовуючи саме розвиток системи інтернатних закладів, кажуть, так у нас же скільки неблагополучних сімей? Сім'ї алкоголіків, наркоманів, а де цій дитині буде? І я завжди кажу, а чому ми маємо вибирати з двох зол? Ну чому нас навчили вибирати або зле, або ще гірше? Якщо дитина, якщо ми думаємо і сподіваємося, що інтернат вирішить проблему дитини з неблагополучної сім'ї, це неправда. Чому? Тому що дитина в такій системі інтернатних закладів, а зі 100 тисяч дітей, ну як мінімум половина дітей – це з неблагополучних сімей, на вихідні дні має повертатися додому, якщо не повертається, то що це за сім'я? На канікули йдуть додому, і коли я нещодавно спілкуюся з дівчиною, яка каже, а я на літо додому не поїду. А чому? А тому що в мене відчим, який мене гвалтує. То що це за сім'я? Чи має вона право взагалі бути сім'єю? Тому, знаєте, замилювати собі очі і казати, що от раз проблема в сім'ї є, хай краще буде в інтернаті, це просто обманювати дітей насправді. Ми не вирішуємо проблему, тому що дитині все одно повертатися після виходу з інтернатного закладу. Треба ці кращі гроші спрямувати на допомогу цій сім'ї неблагополучній. І дитині в сім'ї. А якщо вже ні, то знайти нову сім'ю. Тому що тисячі дітей сьогодні, тих 93 тисячі. По-перше, ми не знаємо, скільки з них взагалі де-факто, де юридично не можуть мати сім'ї. І де-факто її не мають. А по-друге, що тоді ми зволікаємо з тим, щоб знайти нову сім'ю. Тому що у дитини нема статусу, все, вона не може бути в сім'ї. Дякую. Ну, власне, над цим і працює, в тому числі, Альянс ініціатив «Україна без сиріт», тому слово більш детально про бачення, про те, що вже вдалося зробити, пану Олегу Шалашському. Спасибо. І я хотів би сказати, на самом деле, ну, от якщо говорити о цілях велопробігу і чому іменно велопробіг, і які цілі преслідує Альянс України без сирот через этот велопробіг. Прежде всего, хочу сказать, что вообще идея реформирования интернатной системы, она не нова. У нас в стране она была, курс на реформу интернатной системы был провозглашен больше 10 лет назад, по-моему, в 2005 году еще при президентстве Ющенко. И на самом деле было много сделано и Альянсом Украины без сирот, и многими другими общественными организациями, и государством, в том числе в развитии семейных форм воспитания, в том, чтобы те сироты, которые на тот момент находились в интернатах, попали в семью. И тот первый велопробег, о котором вот уже упоминал Руслан, и Геннадий, уверен, скажет, в 2011 году, он проходил именно с этим месседжем, с этой идеей, что, чтобы повысить осведомленность людей о детях в интернатах. И главная идея была, что берите детей в семью, детей из интерната в семью, усыновляйте, становитесь приемной семьей, ДБСТ, берите под опекунство, под опеку. И на тот момент это было решением проблемы. Вот. На сегодняшний день, то, что вот уже Николай говорил, проблема немножко изменилась. Сегодня у нас больше 90% детей, которые находятся в интернатах, это дети, которые не могут быть усыновлены или размещены в приемные семьи, потому что у них нет статуса сироты. Это те дети, которые попали в интернаты по заявлению родителей еще по разным причинам. Часто, вы знаете, службы местные даже не имеют информации, не могут сказать, какие дети и почему они находятся в интернатах. И то, что Николай Николаевич сказал, правильно, может, каким-то детям нужно помочь вернуться в семью, каким-то детям нужно дать статус сироты, ты лишить родителей права и искать ему новую семью, но никто не знает, почему они там, какая ситуация в семье, что с ними делать. И в результате эти дети, даже если у них была бы возможность вернуться в семью, за время нахождения в интернате их связи с семьей обрываются, они выходят из интернатов уже как сироты. Но проблема в том, что если дети, ребенок со статусом сироты хоть какую-то поддержку от государства еще получает при этом, то такой ребенок без статуса, он не имеет права ни на какую поддержку. И поэтому сегодня вот этим велопробегом мы хотим
поднять эту проблему, обратить внимание на детях в интернатах и обратить внимание на различные категории, на тех детей, которые сегодня имеют статус и нуждаются в семье. И часто это дети старшего возраста, дети с особыми потребностями, с инвалидностями. Мы хотим обратить внимание общества на этих детей и сказать, что многие хотят сегодня усыновить ребенка младшего возраста, но эти дети тоже нуждаются в семье, дети старшего возраста, дети, у которых особые потребности. Мы хотим, чтобы общество увидело их, приняло их как детей, за которых мы все ответственны. И также те дети, которые в интернатах сегодня находятся при том, что у них нет статуса сироты, мы хотим бросить этот вызов всему обществу. Это на самом деле не ответственность только государственной власти, это ответственность всего общества, эти дети. И проблему не решится из Киева. Эта проблема должна решаться как на уровне центральной власти, так на уровне местной власти, так на уровне общественности. И мы, как Альянс Украины без сирот, также хотим привлекать церкви, религиозные общины к этому решению этой проблемы, чтобы они ощутили свою ответственность. И задача его пробега – заявить об этом, поднять эту проблему и призвать всех этих людей к сотрудничеству, чтобы на местах строилось эффективное сотрудничество государственной власти, общественности и религиозных общин с целью решения проблем этих детей, чтобы была оказана необходимая поддержка семьям, чтобы не было, как в случае с Вовой, детей, которые попадут в интернат только потому, что не оказали какую-то помощь семье, которая бы предотвратила это. Чтобы на местах и люди, и власти начали видеть эту проблему, видеть эти семьи, понимать эту проблему, начать думать, как решать это. Вот. И сегодняшним его пробегом мы хотим этого добиться, поднять эту осведомленность, поднять эту проблему и начать строить эти партнерства для того, чтобы дети могли находиться в благополучной семье, чтобы дети могли быть защищены от насилия, чтобы дети не попадали в интернаты. Поэтому это сегодня цель Альянса Украина без сирот, цель этого велопробега, чтобы сказать о том, что дети должны находиться в семье, и мы все вместе должны сделать все возможное для этого. Дякую, Олег. Зараз ми підійшли безпосередньо до головних героїв сьогоднішньої прес-конференції, і вони будуть в такому режимі головними героями ще багато десятків днів після сьогоднішнього дня. Це вся команда велотуру на чолі з Геннадієм. Геннадій в більшості випадків не потребує представлення, його ім'я відомо, і не тільки в Україні, за її межами. В тому числі герой документального фільму «Майже святий». От. І я, маючи досвід безпосередньо такий, не просто долання певних труднощів, скажу, що Геннадій майже святий, практично, так чуть-чуть лишилося йому. Тому, будь ласка, слово до керівника велотуру. І хочу нагадати, що це не просто група проїде Україною, Україна – це тільки перший тиждень. Далі буде ще багато тижнів через багато країн Європи, і далі. Тому, будь ласка, слово Геннадій і вся команда велотуру. Спасибо всім, хто прийшов сьогодні на старт проводить нас. Когда мы отправлялись отсюда на восток, на выходе нас встретило штормовое предупреждение в прогнозе погоды, и прямо здесь на выходе начался страшный ливень с градом. И уже через 10 минут гаишники, которые сопровождали нас, говорили: вы сумасшедшие, прекращайте, садитесь в машины. Но мы не сели до самого Владивостока. Мы на протяжении 15 тысяч километров крутили педали, проходили через жуткую жару, холодные ливни, умопомрачительные ветра, когда они прямо вот отсюда, мы называем мордотык. На нас охотился самый страшный зверь в Сибири. Это их называют там пауты. По-нашему оводы или слепни. Поверьте, это страшно. Как рой пчел шел за каждым из нас. Но тем не менее, ребята совершили свой подвиг. Мы заявили о намерении пройти вокруг света на велосипедах ради того, чтобы вдохновлять людей усыновлять детей, забирать детей в семьи. Команда состоит в основном из бывших беспризорных детей, бывших сирот. Я отец 32 приемных детей, хотя я всегда подчеркиваю, никому не давайте 32 приемных, вот, официально, никому не надо, это ненормально, это неправильно. В моем случае, в общем, мой случай никуда не годится, никому не надо брать 30. Но очень многие в моей стране могут взять одного. У нас достаточно классных семей
чтобы разобрать всех детей в семье. И я уверен, что мы обязаны, и извините, я священник, выражусь так, снять проклятие с нашей страны. Это страшный грех на моей земле, что дети, просыпаясь, обнимают казенные подушки. Я хочу оговориться. Низкий поклон. Масса замечательных людей работает в интернатах, прекрасных педагогов. Мы не об этом. Там масса прекрасных людей. Они посвящают свою жизнь детям. Очень много. Но дети должны, просыпаясь, обнимать папку и мамку. Как делает это мой 32-й приемный, вот он здесь рядом со мной, вы должны его поздравить. Он дебютант. Сегодня его первый день в кругосветке. И вот там, на том фланге, мой биологический младшенький, он также сегодня дебютирует. У них новые велики, новая форма, и вообще они крутые. Я видел крутых, сам крутой, но таких крутых надо поискать. А, Данька, с утра у нас есть в семье такое правило. Мои, ну, младшенькие, я на том, чтобы это делали старшие, я давно не настаиваю, но младшенькие, они знают, с утра надо чмокнуть папу в щечку. И я знаю, с какой радостью они это делают. И это высшая награда, которую я могу иметь в своей жизни. Дети должны обнимать отцов и матерей. Никакая хорошая мебель, евроремонт интерната не заменит детям семью. Я не испытываю ни малейших симпатий к памятникам Ленина. Горжусь тем, что мои орелики, в том числе мои приемные, участвовали в сносе памятников Ленина в Мариуполе. Но для меня самый страшный памятник Ленина – это огромные детские дома. И мы должны декоммунизировать их, во-первых. Дети должны иметь семьи. Мы мотивируем людей и делаем это достаточно успешно. Я мог бы весь этот вечер и завтрашний день рассказывать вам истории. Расскажу только одну. Два дня назад я включил ток-шоу одного из центральных российских телеканалов с многомиллионной аудиторией. Я это раньше не видел. Я сидел, смотрел выступление одной женщины и плакал. Она сегодня герой в России, у нее 5 приемных детей инвалидов. Инвалидов. Последняя девочка, которую она взяла, эта девочка, она лежала уже, ну просто умирала. Умирала. Она весила 7 килограммов в 5 лет, не принимала пищу, все, просто все, умирает ребенок. Она пришла, посмотрела, забрала ее. Сегодня девочка абсолютно здоровая, щечки толстенькие. Так вот, эта женщина одна из многих моих наград и наград нашей команды. Она написала мне письмо 3 года назад. Говорит, пастор Геннадий, пришло время рассказать мою историю. Однажды после выступления, вот мы ехали в велотуре, выступали, она была на нашем мероприятии. Она подошла и сказала, знаете, хочу взять ребенка. Давно хочу, но боюсь. Она говорит, все, что вы сделали, взяли за руки, посмотрели в глаза и сказали, пожалуйста, если можешь, понятно, что не всем, но если можешь, возьми. И она решилась. И она взяла 1-го ребенка с 4 диагнозами инвалидности. Когда она пришла в детский дом, он ее никогда не видел. С криком «Мама!» он начал крутить колеса кресла инвалидного и мчаться к ней. Когда она посадила его в поезд, он стучал в окно мимо проходившему мужику. Тот наверняка ничего не понял. Стучал и кричал «Дядя, дядя!» Дядя остановился, смотрит. А он говорит «Дядя, это моя мама!» Сегодня у нее 5 приемных детей-инвалидов. И эта женщина, у нее счастливые глаза, я знаю почему. Дорогие журналисты, дорогие провожающие, и, конечно, та часть моей команды, мы буквально через 20-30 минут будем стартовать. И, кстати, уполномоченному при президенте по вопросам по правам детей уже приготавливают там форму. Он вместе с нами стартует. Журналисты, не пропустите этот момент. Вот. И мы отправимся. Мы прошли до Владивостока. 15 тысяч километров у нас за спиной. К сожалению, война прервала наши планы. 2 года назад мы вернулись домой, успели пройти через КПП, и российская армия, слегка прикрываясь, ворвалась ко мне под город. И 2 года мы на войне. Я капеллан украинской армии. Я вчера был на фронте, за 2 часа до выезда. Обнял солдат, отвезли подарки от нашего детского дома. Приехал в офис, снял капелланский китель.
и достал свою велоформу. Ухожу в отпуск. На главную войну в моей жизни, на войну за сирот. 2 месяца мы будем в пути, мы стартуем сейчас. Мы пройдем Западную Украину, затем Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и север Германии. 5000 километров и 10 стран. Для пацанов, которые 3 года ехали по России, Сибири, Уралу, 10 стран. Для бывшей мариупольской басоты это, безусловно, будет праздник. И будьте спокойны, если мы Сибирь проехали, с Европой мы точно справимся. И мы знаем, что результатом этого велотура, этого этапа, будут еще и еще новые семьи, которые решатся и возьмут деток в семьи. Дети в детских домах не потому, что с ними что-то не так, а потому, что с нами, взрослыми, что-то не так. И у нас достаточно хороших семей, чтобы разобрать всех деток в семьи. Я могу говорить абсолютно бесконечно. Поэтому модератор спасибо, надо да, меня Геннадий, как-то спасибо. Я думаю, что бесконечность вот сейчас прямо наступила. Знаете, буквально сейчас перед вопросами одну только вещь скажу. Сейчас много говорится о том, какая роль Украины в международном масштабе, есть ли она и так далее. То, что вы сейчас видите вот, через это видение, через это движение, через этих подростков и детей, это пример того, как Украина оказывает колоссальное положительное влияние на ситуацию в других странах. Это не просто преувеличение, уже несколько лет это видение, мир без сирот распространяется по разным странам, и на сегодняшний день уже есть, как ни странно это говорить сегодня, есть дети в семьях в Бангладеше, в Уганде, в Колумбии, будут уверен, в Бразилии, в других странах, где только это начинается, благодаря тому, что кто-то когда-то в Украине сказал, да, мы готовы это сделать. Поэтому спасибо большое всем, и, пожалуйста, сейчас вопросы к журналистам. Сейчас хорошее время задать вопросы Геннадию или любому из присутствующих здесь на пресс-конференции. Пожалуйста. Тогда стартуем. Да, стартуем. Меня зовут Анатолий, я один из Штатов Америки, из Сиэтла. И мы уже давно ожидаем, Геннадий, когда ты приедешь к нам. У нас даже наши сотрудники миссии покупали велосипеды и уже тренируются там и ждут присоединиться к совместной поездке. Мы должны были с Аляски стартовать летом прошлого года, пройти Аляску, Канаду, западное побережье США, Мексику, но война прервала наши планы. Для меня огромная боль, что некоторые участники команды сегодня на фронте, они с нами в команде. Для меня это особая боль. Я не могу об этом спокойно говорить. Славка, один из моих приемных сыновей, беспризорник с 5 лет. Мы вместе покоряли горные вершины, вместе с Русланом стояли на вершине Килиманджаро, Эльбруса, Арарата, Райнира. Мы проехали на великах уже 500 миль. И он должен был быть в команде. Сегодня он разведчик, он ушел добровольцем на фронт. Говорит, батя, выезжайте, я прикрою. Я очень надеюсь, что в следующем году он будет вместе с нами продолжать путешествие. Мы не смогли приехать в Штаты, потому что война прервала, изменила планы. Подготовить американский этап было намного сложнее. В прошлом году мы вообще не могли двигаться. Сегодня мы идем по Европе, потому что чуть проще организовать здесь. Если завершим Европу и, главное, завершим эту войну, то обязательно доберемся к вам в США. Тренируйтесь. Господь дал вам еще пару лет на размен. Осталось всего 2 года, да. Пожалуйста, ваш вопрос. Олександр Кривенко. Пане Геннадію, я радий бачити вас наживо, ми вже спілкувалися і започаткував акцію «Хочу до школи» для того, щоб зібрати шкільне приладдя для дітей Маріуполя, якими ви опікуєтеся в сімейні будинки. Скажіть, будь ласка, скоро навчальний рік, да, незабаром, як забезпечуються діти прифронтових територій, бо я розумію, зібрати в Києві можна, і тут люди більш забезпечені, і війна не так близько. Ну, тобто, ви могли б оці особливості підготовки до школи саме на прифронтових територіях, і про ті, можливо, історії, як ви рятували дітей з сірої зони, і зараз ними опікуєтесь? Я думаю, що це дуже велика окрема тема. И спасибо всем киевлянам, всем вообще украинцам и зарубежным партнерам. Кстати, вот Анатолий приехал как раз в прифронтовую линию, повезут сейчас какую-то помощь. Да? Но, знаете, я скажу вот
о главном. Конечно, нужна помощь там школьная. Но послушайте, если у ребенка будет семья, у него будет школьная принадлежность. То есть мы можем с любой стороны подходить. Нужны продукты в интернаты, нужна мебель в интернаты, нужны школьные принадлежности. Но послушайте, давая семью, как вот есть этот термин all inclusive, да, вот семья включает все. Если у меня дети будут в семье, мы найдем тетрадки, принадлежности. Поэтому я опять возвращаюсь к нашей теме. Детям нужна семья. И тогда все будет внутри этого. Надо поддерживать семьи, поддерживать усыновителей, опекунов, любые там детские семейные, те формы, в которых будет семейная модель. Вот нам нужно в эту сторону двигаться. Сегодня, как это ни странно звучит, я отговариваю своих друзей-священников по всему миру. Отговариваю строить детские дома. Ну, глупо звучит из уст священника. Я директор крупнейшего детского репцентра для беспризорных в бывшем СССР. Но я сегодня говорю, не нужно детские дома. Нужны семьи. У меня огромный опыт работы в детском реабилитационном центре. Когда мы начали забирать их с улиц, еле живых, от наркотиков, бандитов. Да, у меня тут ребятки такие, что о каждом историю можно рассказывать. Вот здесь Колян сидел, уже куда-то сбежал, бутерброд где-то доедает очередной. Вот он беспризорник с 2,5 лет. В 2,5 года его первый раз нашли на улице. Его забирали в интернат, и он убегал. Интернат начал отдавать его в психушку, где его кололи аминозином. Какого ж дела? И однажды в психушку привезли, доктор психбольницы говорит, Коля, Рыков, не берем. Мои пацаны смеются, говорят, Калек, от тебя психушка показалась, а мы взяли, ты нам обязан, типа. Но послушайте, он не психически больной. Все, что ему нужно, была семья. И сказать, что он нам легко дался соврать, повоевали не слабо, но все-таки выруливает. Он 100% должен был умереть, сколоться и не дожить до этого дня. Но сегодня он отправляется в Европу, дальше в кругосветку. Им нужны семьи. Спасибо за ваш проект и за помощь. Это важно. Но нам надо, чтобы все это было внутри помощи усыновителям. Вот это акцент. Тогда все решим. Спасибо, Геннадий. 25 человек ориентировочно на велосипедах только моей команды. Я так понимаю, Альянс Украины без сирот еще присоединяется большая команда. 25 человек из моих ребят, вот состава кругосветки. Еще несколько человек у нас администрация, журналисты, кто идет с нами, машины сопровождения. К сожалению, сломались сегодня, мы трошки имели с этим проблемы. Но вот мы отправляемся... Вот такой команда. Возраст. Да, возраст. Младшему 8, но он только начинает. И, конечно, не сможет пока проходить всю дистанцию. Малыши будут ехать сколько могут. Но костяк команды – это профессионал. Ребята прошли всю Россию на великах. Когда они теперь видят, когда едет кто-то в крутой велоформе на хорошем велике, они меня толкают. Батя. Они думают, что они профессионалы. Ребята профи, они очень хорошо физически подготовлены. Скажу по секрету, слабое звено команды – это я. Доктор сказал мне, вы не можете ехать? Я улыбнулся и сказал, ну я буду пробовать. У меня колени больные, и я буду делать все возможное, чтобы не сойти дистанции. До сих пор мне удавалось. До Владивостока я прошел впереди колонны и утер нос своим приемным сыновьям. Надеюсь, что смогу продолжать это делать дальше. Хорошо. Буквально еще время есть один или два вопроса, и мы уже будем вынуждены заканчивать или переходить к такому главной части. Для журналистов маленькая информация. К сожалению, я не могу дать каждому из вас по такому фильму, но если вы наберете в интернете «Беспризорная кругосветка», это вот этот фильм, его смонтировали из 4 фильмов, вышедших о кругосветке. Здесь сидит режиссер Татьяна Навина, которая снимала некоторые фильмы о нас, ехала с нами. И здесь есть очень много потрясающего видео. Посмотрите, покажите это детям. «Беспризорная кругосветка». И для журналистов вы можете получить там массу информации, шокирующей, потрясающей информации. Ну, а кому-то эти 3 диска, может быть, вот, да. Хорошо. Вопрос последний есть? Да, пожалуйста, и провожаем. Этот этап заканчивается 1 сентября.
Мои орлы-то готовы круглый год учебные крутить педали. Они говорят, батя, не будем отвлекаться на такие мелочи, как учеба. У нас важная боевая задача. Но я настаиваю на том, что все-таки надо в перерывах хотя бы учиться. Вот. Мы 1 сентября финишируем на севере Германии, в городишке Бохум, который нам здорово помогает, визы и так далее. И в следующем году летом мы продолжим с той точки, и мы пройдем еще 10 стран Европы и закончим Европу. И затем нам останется всего-навсего пересечь американский континент и кругосветка за спиной. Добре, дуже дякуємо всім, дякуємо пановим журналістам, всім, хто проважаючим. І зараз у нас є нагода буквально провести велотур, ну і хто готовий проїхатися з професіоналами. Ви розумієте, якщо Геннадій – це саме слаба ланка велотуру, то якби це дає уяву про те, як виглядає решта спасибо команди. Всім. Добре, дякуємо. Прийшов 10 минут, спасибо. І ми стартуємо, і це буде красиво.